недавние погодные сюрпризы от заморозков до минус 30, переходящих в обильный снегопад, который блокировал всю транспортную систему, создавая на дорогах 10-бальные пробки, продолжаются. На нас надвигается аномальное тепло. О том, что послужило причиной потепления и какая погода ждет нас в выходные дни, расскажет наш метеоролог профессор Юрий Переведенцев. Вот грядущее потепление связано с выходом в наш регион циклона с Атлантики, с теплым фронтом. Поэтому у нас ожидается значительное повышение температуры, даже оттепель. Согласно прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации, ожидаются даже положительные температуры и мокрый снег, но снег с дождем, проще говоря. Это действительно очень знаковое, значительное повышение температуры. Почему? Потому что последняя декада января, январь самый холодный месяц в году, а последняя декада января самый холодный в этом месяце. Среднесуточная температура порядка минус 12, а в конце месяца даже минус 13 градусов. Вот, а здесь мы ожидаем даже плюсовую температуру. Так что вот причина такая. Атлантика – это влияние Атлантики на наш регион. –